4 марта в поселке Курагино состоялась зимняя спартакиада поселений. Эти соревнования объединяют приверженцев спорта и здорового образа жизни со всего Курагинского района. Открытие соревнований было торжественным, несмотря на сильный ветер. Всех участников соревнований поприветствовала заместитель главы района Татьяна Родькина. По вручению главы района поздравляю вас. Хорошего всем дня. Удачи. До начала спартакиады в торжественной обстановке были вручены награды курагинцам, победителям недавно прошедших в поселке Подгорном Красноярского края зимних спортивных игр «Сельская зима Красноярья». Второе и третье места заняли наши лыжники и хоккеисты. Ежегодно в начале весны на стадионе в поселке Курагино проводится зимняя спартакиада поселений. Сборные команды территорий Курагинского района принимают участие в следующих видах программы. Футбол, спортивная семья, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек. В этом году в спартакиаде принимают участие 9 поселений Курагинского района. Проведению спартакиады на стадионе в поселке Курагино не помешала холодная погода и ветер. Победителями соревнований по видам спорта стали в мини-футболе сборная поселка Курагино, в лыжных гонках сборная Краснокаменска, в биатлоне также сборная Краснокаменска, в шорт-треке сборная поселка Курагино и по стрельбе сборная поселка Курагино. В соревнованиях глав поселений по дартсу первое место у Татьяны Волкодаева из поселка Большая Ирба. Не только взрослые защищали честь своих поселений. Прошли также и соревнования спортивных семей. Семья Пирожковых, папа Иван, мама Анастасия и сын Андрей из Курагина заняли первое место. Мы ведем здоровый образ жизни. Наш сын занимается лыжами уже 2 года. Но я тоже спортивная, захожу на джампинг, фитнес. Папа тоже время от времени занимается спортом, лыжами. Ну, конечно, всем хочется призовых мест. Второе место у семьи Урбанович из Имиского, третье место у семьи Мироновых из Краснокаменска. В этих семьях растут сыновья. А семья Кораблиных с дочкой Ульяной победила в соревнованиях спортивных семей с девочкой. В общекомандном зачете первое место у сборной поселка Курагино, второе место у сборной Краснокаменска, третье место у Большой Ирбы. В общекомандном зачете среди сельских территорий первое место у сборной Шалаболина, второе место у Маринина, третье место у сборной Кочергино.